Рис, наверное, самый частый гарнир на нашем семейном столе. Хотя иногда он может даже стать основным блюдом. Только в него необходимо добавить питательных продуктов. И в этом рецепте все удалось. Узнайте о том, как приготовить рис с нутом из пошаговой инструкции. Помимо этого бобового в составе также есть баклажан и морковь, а еще масса приправ. Благодаря этому вы почувствуете гамму разных вкусов. А еще получите необходимый растительный белок, клетчатку, жиры и углеводы. Все, что нужно нашему организму. 1. Этот шаг сделайте заранее. Тщательно промойте рис. Потом выложите его в кастрюлю с водой и закройте крышкой. Оставьте рис набухать на 1-3 часа. 2. После этого подготовьте овощи. Нарежьте мелкими кубиками морковь. Баклажан нарежьте небольшими кусочками. Выложите все на противень. Сверху влейте 2 часа ложки масла, всыпьте 0,5 часа ложки соли. 3. Запекайте овощи 10 минут в духовке при 220 градусах. Потом их перемешайте и вновь запекайте еще 18 минут до мягкости. 4. В это же время с риса слейте воду. Поставьте его в кастрюлю с 2 стаканами новой воды. Доведите до кипения, а затем варите 6-7 минут. 5. Далее вновь слейте воду с риса. Потом добавьте в него овощи, все приправы, соль и нут. Тщательно перемешайте массу в течение 2 минут. 6. Затем разогрейте масло в кастрюле с толстым дном. Порциями выложите в нее рис, создавая пирамиду. В центре сделайте отверстие. 7. Сверху закройте кастрюлю полотенцем. Плотно закройте крышку. Варите рис на минимальном огне в течение 30 минут. 8. Подавайте рис с нутом, добавив нарезанную зелень. Приятного аппетита!